Это только трус боится на укол идти к врачу. Лично я при виде шприца улыбаюсь и шучу. Эти строки из стихотворения поэта Сергея Михалкова – девиз по жизни для солиста Самарского оперного театра Анатолия Невдыха. Мужчина говорит, за своим здоровьем тщательно следит, поэтому прививается ежегодно. Все, кто не прививается, пускай скажут спасибо нам, тем, кто прививается. Спасибо за то, что их окружают здоровые люди. Да? Так что я считаю, что нужно. О нас заботятся, зачем мы должны отвергать эту заботу? Для иммунизации против сезонного гриппа врачи используют вакцины «Флю-М» и «Сови-грипп». По словам специалистов, вирус постоянно мутирует, соответственно, меняется состав препарата. Поэтому прививаться следует каждый год. Если у человека есть признаки простуды, то вакцинацию следует отложить до полного выздоровления. Предварительно пациента должен осмотреть врач. Вакцинация – это лучший способ профилактики гриппа и инфекционных других заболеваний, потому что грипп и вирусная инфекция опасны не столько сами по себе, сколько своими осложнениями на сердечно-сосудистую систему, на дыхательную систему. В группе риска – дети-пенсионеры, беременные, сотрудники медицинских учреждений, а также люди с хроническими заболеваниями. После прививки иммунитет формируется 2 недели, поэтому вакцинироваться сейчас – самое время. Узнать информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах можно на сайте областного министерства здравоохранения. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.